Всемирная организация здравоохранения уже с 2009 года провозгласила 5 мая Всемирным днем гигиены рук. Ежегодная акция «Спасайте человеческие жизни, соблюдайте чистоту рук» является составной частью программы Всемирной организации здравоохранения и направлена на уменьшение числа инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. С целью привлечения внимания медицинских работников к проблеме и поддержания качества гигиены, Всемирная организация здравоохранения утвердила творческий конкурс среди медицинских учреждений, в котором участвуют врачи Казани и других городов России. Университетская клиника Казанского федерального университета, конечно же, не смогла остаться в стороне, ведь сотрудникам клиники действительно есть о чем рассказать и что показать. В больнице предусмотрена специальная обработка рук. Это хирургическая обработка рук, когда хирурги идут на операцию, и гигиеническая обработка рук, когда медсестры работают с манипуляциями. Для людей, для обычных, это социальная обработка рук, достаточно просто помыть руки с обычным мылом. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 22 мая. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.